Надпись сложилась из окон с зажженным светом. Экраном стал гранд-отель «Жемчужина». 374 окна светили с половины шестого до семи вечера. Организовала флешмоб под названием «Это мой дом» молодежное движение Общероссийского народного фронта. В акции приняли участие 30 активистов. Флешмоб прошел более чем в 20 городах России. В целом к нему подключились 2000 активистов по всей стране.